Добрый день, уважаемые зрители, гости, подписчики с моего канала. Наступил новый день, и сегодня я готовлю котлетки с картошкой с добавлением морковки и лука. Нам понадобится в первую очередь сковородочка. В сковородочку я кладу морковочку. Кладу лук. Лук я тоже нарезала соломочкой. Такие вот у нас котлеточки. Кладу наши котлеточки. Добавляю растительное масло. Теперь нам нужно, я почистила уже картошечку, вот картошечка, добавить туда картошечку. Картошечку я режу напополам и режу потом еще раз напополам. Дорогие друзья, вот примерно такой блюд у нас получится. Поджарю нашу картошечку с котлетками 30 минут на медленном огне. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. До скорых встреч в новом видео.